Йоу, Киев, это Климус Аргил, специально для вас, для вашего сайта. Город Пермь, 59-й регион. Специально наши треки будут выложены на ваш сайт для прослушивания. Это профайл маленько обучает. Обучает культуре андеграунда опасного Урала. Закаунт, пороховой завод, самолеты, вертолеты, то есть живем, в принципе. Лед начинает падать с крыш. Весна, оттепель. Мы выходим на улицу. Подожди, подожди. Тут нормальный рэп, мэн. Могли послушать там парочку треков наших так для ознакомления. С уральским стайлом. Дэм. Заходите в нашу группу ВКонтакте, там все треки. Начиная от домашнего барахла, заканчивая студийными вышками. В нашем районе мы начинали читать фристайлы 2 года назад. В принципе, все закончилось тем, что мы стали известны в кругах пермской хип-хоп тусы. Нас зовут, в принципе, в сад, совместно. Всякие разные парни, которые тоже хотят для меня рэп читать, спрашивают, как так. Советы. Советы, ёба. Слышал? Эй, йоу, меня зовут Артемсон. Это группа Плимут Аргил. Наш там. И могу еще добавить. Да, сходите, просто послушайте там, что мы поем вообще. Какие мы там на самом деле. Скоро будем выступать на хип-хоп фестивале в Перми. Он называется Рэп Хорошее Дело 3. Всяких шапок. У нас нормальный жесткий рэп, просто жесткий. Кому не нравится, можете не заходить, я сразу говорю. Потому что там нет цеплей всяких. Есть про любовь, но про жесткую любовь. Да. Несчастную любовь. Несчастную любовь. Несчастную любовь, там, где кровь. Там, где страх и боль. Мы с тобой. Выходным мы в ноль. Короче, это специально для Киева, кино для Киева, запись, кинозапись, киноклип, киномир. Мы на самом деле просто прикал. О, Стас, вот сейчас тема пойдет. Давай, отчитай. Специально для Киева, это хип-хоп из Real Style. Меня зовут Дэм, это Климус Аргил. Я даже не сказал, как меня зовут. Я сказал. Меня зовут Артемсон, Климус Аргил. Для Киева специально.